девочки». Дебютный роман Эммы Клайн, ставший большим литературным событием. Книга была написана 28-летней дебютанткой за 3 месяца в гараже, а на сегодня права на роман куплены в 35 странах мира. В России он вышел в переводе Анастасии Завозовой. Читатель узнает историю 14-летней Эви Бойд из уст самой героини. Повзрослевшая Эви вспоминает то роковое лето 69-го, когда и случилась вся эта история. Юная Эви переживает развод и невнимание родителей, ссору с лучшей подругой, полное неприятие себя. Так протекает очередное лето, пока однажды она не встречает компанию девочек, совсем не таких, как те, кого знает Эви, свободных, дерзких и любимых. А вскоре она и сама станет одной из них, вольется в коммуну, где жизнь не похожа на привычную рутину, где мир вращается вокруг харизматичного лидера Рассела. Увлеченная новой семьей, Эви все ближе подходит к бездне. Иначе и не может быть, если ты оказался в секте. Формально роман действительно рассказывает о конкретной секте. В девочках Рассела легко угадывается семья Чарльза Мэнсона, скандально известная чередой жестоких убийств. Однако главная история в книге о любви, вернее, о ее трагической нехватке и о том, на что мы готовы пойти в поисках этой самой любви и тепла. «Девочки Эммы Клайн» – это роман о чувствах, о юности и муках взросления, точный и глубокий.